Добро пожаловать в прохладиська. $7.23. Нет, если ты дашь чаевые, мне придется петь. Серьезно. 10 центов чаевых, народ! Ладно, я на перерыв. Стой! Кажется, что я тебя разозлил, что я сделать не хотел, потому что деткам мы могли сходить куда-нибудь как два друга. Ладно, жди меня у дома после работы. Прекрасно, это свидание. Это не свидание. Звучит как свидание. Ладно, я заберу тебя в субботу в 7, а сегодня... Ладно, окей, но лишь раз. И это не свидание. А у этой девочки есть имя? Изабелла. Еще раз? Еще раз. Мы с отцом пытались сформировать план почетного общества студенческого совета. Бла-бла-бла. Ты что, именно этого хочешь? Пошли со мной. Воу. Я называю это кабиной звезд. Давай, покажи, что можешь. Я не пою рэп. Чувак, ты впустую время тратишь. Еще увидимся. И мне очень жаль. Слушай, если я знаю, чего хочу, не значит, что всегда это получаю. Но я хотя бы честна с собой. А чего хочешь ты? Я хочу еще с тобой побыть. Люди всякое делают, когда встречаются. Мы не встречаемся, Дарьян. Тебе лучше уйти. Я тебе хоть нравлюсь? Пойми, все сложно. Куда бы я ни посмотрел, я вижу тебя и гонюсь за какими-то... Все, хватит, прекрати уже! Мне осталось год жить с этим. Life goes on, it moves like a merry-go-hop. Никогда не бывает просто. Никогда ничего. Поэтому мы создаем планы. У меня есть план, в котором расписана вся наша жизнь. Все этапы за весь этот год, я и ты. Уходи, Дарьян. Я не верю в хэппи-энды. Поверь в меня. Одно условие. Что угодно. Прекрати говорить, я люблю тебя. Если ты хочешь прочувствовать музыку, то сперва нужно прочувствовать это, понимаешь? Понимаю, но это будет трудно. Люди не такое проходили. Единственный способ понять жизнь – это жить. И я поняла, что каждый момент в жизни – твой момент. Если ты сможешь побороть собственные страхи и ожидания других, наградой будет твоя жизнь. «Жизнь за год» – озвучено Flarum Films специально для HD-трейлера.